В нашей стране существует, да, СБУ, у которого есть департамент экономической безопасности. Точно так же есть налоговая милиция, которую, кстати, вот этот закон планирует упразднять. И также в национальной полиции есть точно аналогичные функции по экономическим преступлениям. Соответственно, минимум три структуры занимаются одними и теми же проблемами. Возникают нестыковки, перетягивание одеяла какого-либо. Соответственно, нужен определенный порядок. Если взять статистику за прошлый год, то налоговой милицией открыто возбуждено 1286 уголовных дел. И, опять же, за прошлый год доведено до суда всего 18, с обвинительными приговорами всего 10 дел. Это говорит о том, что всего эффективность работы этого подразделения составляет порядка 0,8-1%. Возникает вопрос, эти 10 предпринимателей могут ли компенсировать хотя бы стоимость содержания всего аппарата? Очевидно, нет. Поэтому нужен определенный порядок и определенное грамотное управление в этих вопросах. Кроме того, нужно еще сказать о том, что Европейский Союз и Международный валютный фонд рекомендуют Украине решить также этот вопрос любым способом, лишь бы бизнес оставался в тонусе и приносил пользу всей стране.